И сподобитесь нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость проси, услышим святого Евангелия. Мир всем. И духа и твоему. От Матфея святого Евангелия чтение. Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токма отец, не отца, кто знает, токма сын, и ему же аще волит сын открытий. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и ас упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есмь, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, игобо мое благо, и бремя мое легкое.